Это ранние противотанковые орудия, которые для пробития брони полагались на кинетическую энергию снаряда. Сегодня, чтобы пробить тяжелобронированный танк, используются легкие переносные системы, запускающие противотанковые ракеты, сфокусированная кумулятивная струя которой способна на сверхзвуковой скорости пробить броневую сталь на глубину в 7 раз превышающую диаметр заряда. От такого рода оружия танки оснащены динамической защитой, задача которой детонировать и рассеять кумулятивную струю, резко снижая пробивную способность, и активной защитой, которая обнаруживает входящую угрозу и нейтрализует ее. Но эти системы не справляются с противотанковой ракетой, которая использует две кумулятивные боеголовки, взрывая динамическую защиту, расчищая путь для кумулятивной боеголовки гораздо большего диаметра.